Как укрепить сосуды за одну минуту? Существует множество способов укрепить сосуды, но только одна привычка может дать максимальный эффект. И это регулярные физические упражнения. Упражнения помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить кровообращение и уменьшить риск заболеваний. Рекомендуется заниматься физическими упражнениями примерно около 30 минут в день. Можно начинать от 10 минут и доводить до 30, или повторять несколько раз. И лучше всего это делать регулярно, можно даже каждый день, не перегружая свой организм. И среди наиболее эффективных упражнений для укрепления сосудов можно выделить следующие виды. Это кардиотренировки, к ним может относиться бег, просто ходьба, плавание, велосипед. Для более сильных это силовые упражнения. Они тоже помогают укрепить мышцы и сосуды, что способствует улучшению мозгового кровообращения.